Смотрите, делят огурец, напали на огурец, дала им сегодня свежий огурец, вот, две белые морды едят огурец, съели лопух, давала крапиву, лопух сегодня им приносила, все пожамкали, поели. Ой. Вот этот вот что-то возбудился даже. Ой-ой-ой, огурец, тут у них и грибы, и кабачок, и тыква, и салат, и нет, напали на огурец. Хрустят, слышите? Три морды на одну миску. Ой, у меня заканчивается мох, не знаю, где свежий мох брать. В лес ехать надо. Сейчас клещи еще возобновились. Да этот карантин. Никуда нельзя. Не знаю, где мох брать. Все, у меня уже отвратительный мох остался. Старый, с прошлого года. Вот. Нужно ехать в лес. Сегодня покупала грибы, шампиньоны. Вот решила им дать. Не стали они есть, но, может, еще не добрались. Вот, едят пока. Ну, смотрите. Смотрите на эти морды. Ой, не поделили. Огурчик. Две белых по бокам и одна черная посередине. Тут еще им спирулиной посыпала. Они любят спирулину. Огурец был сильно спирулиной посыпан. Вот они, видимо, его... И решили приголубить жиденьких огурчиков. Вот, соскучились по огурцам. Архахатины как-то не очень огурцы едят, а хатины любят. Сейчас вот я, наверное, еще им порежу, дам парочку огуречиков. А грибок что-то не хотят есть. Тут кабачок, тыква у них. Все спирулиной, кальциосмесью посыпала. И съели они крапиву, лопушок им давала. Либо сидят на них. Но я видела, что они все троем ели зелень. И вот сейчас вот добрались до огурца. Сейчас пойду дам, а то не могут никак они его поделить. Пойду еще порежу огурчика. Дала им еще огуречика. Положила немножко зеленюшки свежей. Съедят, так съедят. Но тот огурчик был вкусный, там посыпано спирулиной, конечно. Они его прям с кожурой весь съели. Вот дала сейчас вот два огурчика, не знаю, будут, не будут. Вот огурчик, вот-вот-вот, кушайте, не делите. Прям так он вкусно пахнет, это уже свежие огурцы. Ну, пускай балуются, ребята. Этот уже черный наелся, черномордый. Блондинки еще едят.